Мы всем громадный привет. Мы вас рады приветствовать на нашем классном канале. Да, да. Как вы поняли, Шкоды здесь, да, значит мы где, все верно, на хуторе, где у нас очень много раб. Сейчас свалят меня. У нас целая банда здесь. Это только начало, подождите. Кто не знает, ребята, у нас пополнение. Это добрячка. Вот, привела щенков 5 штук. Просто ее путают с мамкой. А вот этих малышей нет, это не ихняя мамка. Та собака, которая у нас, где первый дом, к нам прибилась, ходила, мы ее подкармливали, лежала сюда к нам на ход. Вот, ну и здесь осталось жить. А такие красавчики, а? Такие красавчики. Вот они. Ай, травку. Ты что, травку ел, что ли? Такие красавые, мамка как любит мамка. Такие красавые, все мальчики почти, 4 мальчика у нас и 1 девочка. Все нормально, мамка переживает мамка. Кормит мамку, мы тоже кормим. Вот, поэтому если кому нужен звоночек, щеночек, чуть попозже, пожалуйста, обращайтесь. Вот, за щенками, да? А тебя нужно будет стерилизовать. Подарки это, конечно, хорошо, но, ребят, сами понимаете, щенков нужно пристраивать, им нужен дом. Во временке здесь прохладно, ну, где привела, там и остались. Как бы здесь не зря она последние дни вот отсюда и не вылазила, практически не ходила. Вода есть всегда, постоянно, и здесь чашка, и малышам я кинул чашку, чтобы у них тут не было спорных ситуаций. Вот, как-то так. Ну, а мы открыли сезон, да, огородных дел. Многие из вас уже тоже открыли. Не знаю, как в открытом грунте, но уже многие занимаются высадкой рассады. В теплице трава прет просто нереально. Все-таки решил я наш геотекстиль немного присыпать отсевом, вот, чтобы его никуда не подняло ветром, потому что ветер был ого-го, я вам скажу прям какой. Трава под люка прет просто нереально, хоть успевай коси. Вот, а косить нужно будет. Нужно будет косить, наверное, вот так мотоблоком проходиться. У нас там уже заборчик практически стоит, да? Ну, практически столбы стоят и поперечная сверху. Кто не знает, мы работали, делали забор. Показывали на нашем втором канале, называется «Семья на позитиве». Поэтому заходите, смотрите. Помимо всего, мы здесь на участке, чтобы не было травы, между нашими термосгрядками. Да, кстати. Кто не знает, малыши в прошлом ролике порвали мне здесь термосгрядку, но я с ними поговорил, в общем, все я им рассказал, сказали, что больше не повторится, но по крайней мере пока я не наблюдаю абсолютно, чтобы они где-то здесь рвали, бегают, вот, но больше они пока не трогают. Многие сказали их в вольер поместить, вот, но до следующего косяка и потом уже будем по-взрослому разговаривать. А так мы закинули геотекстиль и края, чтобы сильно ветром не подымало, мы просто присыпали. По забору у нас, я уже говорил, да вы многие видели, что у нас столбы стоят, верхние поперечные. То у нас еще хорошего? Да в принципе у нас все хорошо, все прекрасно. Новости классные. Так, яблочки здесь отошли. О, и пошла. И это яблочко пошло. Нужно будет еще раз пройтись. Полить и хмель потравить срочным образом. Почечки начали оживать, я переживал, что не пойдет. Так что ого, работы много. В первом доме у нас там скопилось, я уже говорил, громадное количество рассады. Нам нужно эту рассаду высадить уже в грунт. У нас там уже замоченные огурцы проросли. Огурцы тоже нам нужно будет высадить. Вот, преобразить там наш маленький огородик. Маленькое дело сделаем и вернемся сюда уже. Вернемся и продолжим здесь наводить, как говорится, порядки, делать красоту, красотище. Сегодня, как всегда, ролик будет жаркий, интересный. В общем, вам положительных, прекрасных эмоций. Приятного просмотра, да, подушечку положили. Удобно все, атари-тата, устроились, мы начинаем, погнали.
Как эстетично закрыть проем в стене, полу или потолке? Компания Hammer предлагает готовые решения для проема всех размеров и всех типов отделок. Нажимные, скрытые, под плитку или покраску, потолочные, напольные, противопожарные люки и двери. Уникальное решение для доступа на кровлю, а также для освещения и дымоудаления всех типов строений. Оригинальная разработка и производство. Индивидуальное создание изделий по вашим размерам и требованиям. Выгодные условия для готовых покупателей. Продукт проверенный временем. Эстетика, надежность и качество. Hammer – лидер производства скрытых люков и дверей с 2002 года. По промокоду Федор вы можете получить скидку 10% в течение месяца. Звоните или пишите, чтобы получить бесплатную консультацию прямо сейчас. Ну а ознакомиться можете по ссылке в описании. А? Атари-тата. Шатер Султан Сулеймана готов, так что прошу всех своих жен. Все-таки, слышите, классно была идея полностью затеняющую сетку не снимать, а просто свернуть ее и под навес. Раз, чик, 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 и красота. В этот раз мы прям натянули. Вообще натяжка там нереально. Мы сюда еще вот столбик наварили. Ну, так наварили, прихватили. Прихватки сделали, потому что нам тут сильно не нужно прям конкретно варить. Это все временное. Мы здесь будем адаптировать, улучшать. Было максимально удобно нам снимать, собирать данную затеняющую сетку. Так, ну что, как и в принципе в том году, все стандартно, все осталось. Единственное, вот здесь можно было сбоку добавить. Но так как у нас будет пристройка, я еще не знаю, может быть даже будет мешать. Может мы ее немножечко сместим. Вот. Но самое главное, что у нас все получилось. Многие спрашивают, что за затеняющая сетка, где ее достать. У нее процент затенения разный, смотрите сами. Вот по вашему расположению процент затенения вам взять. Продаются в любом хозяйстве, в магазине, либо строительном. Зайдете, вам продадут того размера, который вам нужен. Вот. Вот этой затеняющей уже, ну сколько, 3 года вот этой. Тут вот дырка, а так-то особо с ней ничего не произошло. Вот это есть. Вот этой затеняющей 2-й год, в том году. Вот это я кусок добавлял. Вот сначала только вот этот. Вот. Сверху как струна, видите? А? И вот тут такая приятная. Приятная тень у нас образовывается. Так, все, мы прошлись, закрепили. Сюда вот так даже нахлёст у нас пошел. Все, вот. Там мы ничего не крепили, там с того года все осталось. Потом также соберем и вот сюда, если ничего нового мы не придумаем. Ой, как цветет айва. Я прям кайфую, когда цветет айва, потому что айвы такие цветки просто нереально красивые. Так, что делаем? Куда движемся дальше? Нам уже рассаду пора высаживать. Но у нас здесь небольшой беспорядок. Туалет, кстати, мы тоже убрали. Что с ним? Да ничего, вот эту бетонную плиту мы демонтируем. Сломаем, скорее всего, вынесем. А здесь мы расширим наш огород. Потому что уличный туалет мы будем делать напрямую, врезаться в наш септик. Вот он стоит. Вот эти плиты железобетонные, это и есть септик. Он уже не действующий, у меня уже отдельно идет станция ЛОС, она вот там во дворе располагается. А здесь просто вот септик. Я сюда напрямую врежусь, и скорее сюда же канализация пойдет от нашей пристройки, которая будет пристраиваться. Сюда я пущу, уже закладной сделаю. В общем, у нас осталась трава, вот эта некультурная, некрасивая. Сейчас мы здесь красоту, порядок наведем. Вот подготовим землю к спашке. И вперед нас еще ждет сегодня рассада, капельный полив, парничок под огурцы и многое другое. Будем делать наш... Попугай сегодня вообще прям. Будем делать наш сказочный огород. Вот, чтобы он нам дал в этом году море урожая. Я вам тоже желаю хорошей рассады, прекрасного урожая. Самое главное, шикарного настроения, да? Здоровья и вперед. Вперед, погнали.
Ну вот и помощь подоспела. Мой новый помощник, бензиновый мотокультиватор от Filter. Я думаю, для нашего небольшого огорода идеально подойдет. На вид все достойно. С данным брендом знаком уже давно. Вся крупная строительная и садовая техника, что есть у меня, прекрасно себя показала. Служит верой и правдой. Уверен, и этот малыш послужит достойно. Сразу хочу сказать, это не мотоблок. И пахать на нем поля так себе затея. А вот для рыхления почвы, спахивания грядок, прополки между рядьев, высокие грядки, работа в теплице, это да, он может. Не смотрите, что в нем одна лошадиная сила. Ее для этих целей хватает за глаза. Мою глиняную землю превратил в пух. Ширина обработки полосы составляет 23 см, а глубина 15 см. Легкий, маневренный. Я кайфанул. Поэтому, если хотите облегчить ваш труд, сэкономить ваше драгоценное время и здоровье, то мотокультиватор Filter вам в помощь. Тем более, приобрести его можете на нашем любимом маркетплейсе. Ну а ссылку оставлю в описании под видео. Вам хорошего урожая, а мы погнали дальше. Ну что, наш огород мечты потихонечку преображается. Ну, до огорода мечты, конечно, мы еще ого-го далеко. Огородик небольшой, но все же здесь занимает времени все привести в порядок. Да, мы даже подметаем на огороде наши дорожки. Вот. Здесь все мы перепахали, тут прям в пух превратили. Вот здесь земля более-менее. Хотя сколько камней мы выбирали отсюда. Кораллу. А так грунт, вот видите, глина. Это вот там уже он в перемешку каждый год с мульчой, с соломой, с каким-то определенным удобрением. А вся земля это вот глина. Вот. Все у нас тут растет на глине. В общем, все мы почистили, траву все убрали, прокультивировали. Слушайте, ну на самом деле культиватор прям вот для таких небольших огородиков самое то. Заграблили, траву убрали, подготовили. Ну, в принципе, у нас все стандартно. Как и в том году будет, вот здесь будет две грядочки огурцов. Одни будут плестись вот сюда на сеточку, другие будут вот здесь. Импровизированная будет у нас тут шпалерка под огурцы. Вот уже петрушечку видно, где она у нас находится. Нужно будет петрушку досадить, укроп, кинзу. Траву я не выкидываю, пойдет на мульчу, пока вот здесь я ее оставил. Все у нас тут чистенько, все готово. Тут пролил наши цветочки, розмарин, щавель, розочки. Вот у нас тут есть полив. Это мы будем дальше вести эту водичку на нашу мастерскую. Вот. И дальше уже там разводка пошла. Вот сейчас нужно будет шланг найти, потому что сейчас предстоит самое интересное. Вот. Это посадка, высадка нашей рассады. Ждут нас сладкие перцы, баклажаны, горькие перцы. Вот у нас участок небольшой. Плюс вот сюда между чесноком, между лучком будем еще сажать томаты. Ну, я не знаю, что сюда попадет. Перцы, либо баклажаны. Потому что со временем лук уйдет на зелень, мы его съедим. Вот, соответственно, место освободится. И здесь у нас продолжит расти наша остальная вся рассада. Вот. Здесь на пятачке мы, наверное, как и в прошлом году, но весь не будем засаживать. Пару рядков посадим, это балконное чудо, а остальное место мы, наверное, оставим под зелень. Листья салата посадим. Уже не один год, я не парюсь, вот листья салата, которые продаются в Магните, в Пятерочке, да. Не нужно покупать семена, просто их берите, отрезайте, там где-то получается 4-5 кустиков в каждом стаканчике.
немножечко закалите, соответственно, перед посадкой. Я каждый год их сажаю в грунт, и они прекрасно растут, отдают урожай, поэтому можете хоть круглый год брать, покупать. Вам хватит вот этих 5 кустиков, то, что в стаканчике находится, вам хватит их с головой. Вот. Ну, остальной салат для разнообразия посеем, посмотрим, что у нас там есть. У нас семян много, если честно. Редисочку нужно будет посадить, пару рядочков. Ну, наверное, вот сюда все будем высаживать, вот такие ранние это. Укропчик, редисочка и прочее, прочее. Польем розы, подкормим. Вот, ну, пока занимаемся здесь. Уже до ума доведем. А, ну, плюс еще капельный полив я взял. Кстати, удобрение тоже закупился. Здесь и кумат калия у нас, 3 бутылки. Это торнадо нужно будет травить. Это от совки, от гусениц. Также фитоверм, по-моему. Да, фитоверм я взял в бутылях. Покупал на Валберес, кстати, очень выгодно. Да, это все, по-моему, на Валберес покупал. Ну, в принципе, все увидите, вам все покажу, все расскажу. Вперед, как говорится, чайку для ровку. И погнали. В этот раз я не удержался и посеял вдобавок семена огурцов. Взял китайский. В том году они себя прекрасно показали. Знаю. Похолодание еще возможно. Но я все предусмотрел. И буду делать парник. Быстро и просто. И чтобы голова не болела, берегите ваши нервы и время. Мой вам совет. Просто не знаете, где все купить, заходите обязательно в интернет-магазин Simaland. Здесь вы найдете много и по прекрасной цене. Магазин проверенный, пользуюсь им уже не первый год. Вот и в этот раз он меня выручил. Заказал дуги на парник, они идут набором. Метраж выбирайте сами. В комплекте 6 штук. Устанавливаются быстро, просто, самое главное, устойчивые. Укрывной материал будем использовать спанбонд. А крепить его будем к нашим дугам вот такими прекрасными пластиковыми зажимами. Их я заказал тоже на Simaland. Взял сразу несколько наборов. Лишними, ну, точно не будут. Как вы видите, все прекрасно получилось. Результатом доволен и советом от вас приобрел 2 штыковые лопаты. Облегченные с прорезями. Оказались на самом деле очень острые и удобные. Работа пошла как по маслу. И земля меньше прилипает. Ну а если вы любитель цветов, рассады и вам ее негде уместить, предлагаю вам посмотреть на этот чудный металлический парник-стеллаж, у которого 4 полки, на которых вы с удовольствием разместите большое количество вашей рассады. А удобный чехол-пленка не только защитит ваши посевы от питомцев, но и удобно применять при закаливании перед высадкой в открытый грунт. Поэтому, если вы ищете качественный, уникальный товар, то это магазин Simaland. Доставку осуществляет по всей России и СНГ.
Возможность доставки Почтой России. У Simalent собственные торговые марки, дизайн и разработки нигде не найти. Да и ко всему этому от меня лично будет вам уникальный промокод Федор Сима, что дает вам право скидку до 5% на первый заказ от 1000 рублей на розничные цены. Ну а ознакомиться с широким ассортиментом товара вы можете по ссылке в описании. О, Цезарь, Федор вас приветствует. А? Вы видали, да, как мы дали? Чтобы нам вот сюда зайти, расломить все здесь, вынести, распределить. Фаркоп я уже заказал. Заказал проводку к нему. Нужно будет это все подключать, устанавливать. И сейчас уже выбор у меня идет прицеп еще. Вот, чтобы зацепить, на прицепе все спокойненько перевозить. Тоже бетономешалочку она нам понадобится. Нам очень много заливать. Раз там поработали, привезли сюда, да и очень много. Не надо уже в машину что-то ложить, тут же цемент, материал какой-то. Пожалуйста, прицеп загрузили. Вуаля, красота. Вот, спасибо вам за советы. Информацию изучаю, смотрю, выбираю. Вот, так что, ух ты, какие жуки. Может, надо было сразу дом на колесах купить, зацепить и поехать, да? Отдыхать. Так, ну что, наш мини-сказочный огород потихонечку преображается, да. Чуть-чуть уже его, наверное, можно назвать более-менее культурным. Вот мы уже сделали высадки, погода что-то портится прям. Тучи какие, вроде обещали дождь, но не сильный. Но основное такое мы укрыли спанбондом. Вот, сделали такой мини-парник. Если вдруг будут похолодания, у нас еще есть дуги, есть еще спанбонд. Мы укроем и проблем не будет. Много я вам не показывал, что я высаживал. Потому что, наверное, уже надоел я всем, да, со своей вот рассады, но огородники меня поймут. В общем, здесь два рядка мы высадили. Балконное чудо. В том году оно прекрасно росло, давало урожай. Здесь я решил так и оставить. Дальше у нас, я уже не помню, ребят. В общем, салаты. Горчица, шпинат, что-то еще такое было интересное. Обязательно редисочка, еще редисочка. Здесь чесночок у меня остался, я его еще высадил. И там еще лучок остался. Пускай идет на зелень, мы его упал. Я надеюсь, там на хуторе геотекстиль там мой не взлетит на воздух.
А вот это будет, да? Вовремя я успел там присыпать его. Здесь, в принципе, вы все видели. Ну, так, немножечко порядок. Наши розы, которые были пересажены. Баклажанчики. У нас там еще чуток осталось. Может быть, еще между ними еще посадим. Кто-то скажет, широкое расстояние. Но я вам скажу, когда кусты разрастаются, этого расстояния вполне хватает. Здесь такое же было расстояние, но я еще досадил пересладки. Прям жалко мне стало рассаду, куда ее столько девать. И второй ряд у нас сладкие перцы. Вот они у нас пошли. Наши красавчики, уже хорошенькие. Вот. А дальше у нас уже пошли томаты. Вот томатики мы высадили. Там уже томаты, видите, цветут. Раз рядок, два рядок у нас томаты. Петрушка классная с того года. Дальше немножечко тоже еще досадил петрушкой. Здесь кинза у нас. И с краю немного укропчика. Вот зеленая зона, пускай будет. Прям классно питаться. Зеленый лук мы уже употребляем. Вот потихонечку рвем. Это у нас многолетка, кстати. Прям классно. Вот свежий всегда. Вот. А это вот мы на зелень сажали. Уже тоже потихонечку поднимается. Здесь же чесночок у нас. Также вот томатики пошли. Еще один рядок. Потом чеснок мы сидим. Лук сидим. И здесь они будут уже свободненько расти. Базилик. Базилик обалденный. И в еду, и на салаты. А вот прищипнуть можно. Да, все верно, базилик любит, когда его прищипывают. Прищипывают, и он тогда начинает прям классно расти в разные стороны. Вот куст начинает развиваться. Это у нас горький перец. Нет, я не переживаю, что там переопылится сладкий перец. Абсолютно не переживаю. Единственное, при таком расстоянии, наверное, не рекомендуется потом на семена собирать ваш урожай. А так все будет четко. И этот лук я вот сажал с семян. Сюда его высадил, посмотрим потом, как он пойдет расти, если что, потом рассадим. Честно, не помню, что за сорт. И у нас что получилось. Нам еще нужно будет определить нашу клубничку. Вот она у нас. Это горький перец остался, это сладкий перец. Баклажанчиков здесь вот буквально чуть-чуть осталось. Ну, может, подъезд кто-то, и еще досажу. Такое было у нас уже. Улиток в этом году поменьше. Еще томаты остались. Видите, какие большие. Возможно, такое. Я мамы спрошу, если еще нужно, я ей отдам. Если нет, то, наверное, на хутор увезу. Пыльный полив мы еще не делали. У нас старый остался. Вот он. Мы с него чисто возьмем переходники, муфты, капельницы. Вот эту всю приблуду. А сам шланг у нас есть. Мы его купили новый. Мы будем прокидывать здесь капельный полив в нашем мини-таком огороде. Ну, это шикарная вещь. Вот как и затеняющая сетка. Прям все четко, классно. Вовремя мы все успели. Смотрите, до ветров, до такой погоды. Главное, чтобы сильно не похолодало. Но опять же говорю, если что, накроем. Этой площади хватает за глаза, с головой на нашу семью полностью. Да, и обеспечить нас овощами, всеми необходимой зеленью, вот, на сезон. Я же говорю, в дальнейшем здесь планирую сделать круглогодичную теплицу с теплым контуром, вот, и вообще круглый год питаться вот такой красотой. Цель насчет геотекстиля, говорит, ну, ты же затратился, на эти деньги можно было, знать, сколько арбузов купить. Да смысл вообще не в деньгах. Мы можем и так себе позволить поехать на рынок, купить все необходимое, овощи, фрукты, зелень. Вот, ну просто я кайфую от этого. Кайфую, мне самому очень интересно наблюдать за этим процессом, ну и многим из вас. Вот, поэтому, поверьте, если бы у меня бы не было желания, я бы близко к земле не подошел. Розочки я тоже полил. И не подкормил. У меня подкормка на хуторе. Вот, возьму ее. Вот так вроде ничего не отходит. Смотрю потихонечку. Вроде хорошо. Вот, смотрю, нормально. Ну, посмотрим. Посмотрим, как будет. Вот, хвостики уже идут. Смотри, какая красота. Правда, они очень красивые. Вот, все пролил. Травку осталось, я же говорю, тут убрать. А мятку мы уже начинаем резать на мохитос. А-а-а, красота вообще. Ее режешь, она еще отрастает. Сейчас вообще тема просто. Погнал, я по своим маленьким делам съезжу и продолжим. Работы много, да. Этот сезон тоже ожидает быть жарким, интересным. Вот. Нужно хорошо поработать, постараться. И если все будет хорошо, в январе мы устроим себе прям большой громадный отпуск. Вот.
Не, ну до этого мы тоже. В этом году мы едем на море, кстати. Едем, скорее всего, на своей машине. И у нас тур будет, я думаю, по Сочи, Красной Поляне. Проедемся по нашим местам, где мы жили. Как говорится, ностальгия. Вот. И, возможно, в другие города будем заезжать. В общем, будет интересный такой отдых. Ну и вас, конечно, заберем с собой. Поэтому все, вперед, вперед. Пекет. Хотя по погоде я смотрю, мне, кстати, писали, аккуратно, Федор говорит, с рассадой. А в мае, там, в первых числах будет похолодание, опять будут дожди. Пробили, посмотрели, посчитали длину забора, единственное, я не считал. Да, вот сюда кусок, да, добавлять. Ну, это опять я же говорю. Сейчас говорю, нет, это не к спеху, но главное именно загородиться, а дальше уже будем смотреть, что, куда, зачем. Так, вот это уже лишнее у нас тут растет на участке. Есть, хорошо. Все траншею наметили в дальнейшем, где нужно будет подкопать. Соответственно, рулетка, уровень, высота и вперед. Ну, здесь немного нужно выбирать. Самое много где-то вот здесь, сантиметров 8-7. А там где-то прям под ноль выходит. И да, очень много было закопано шифера, именно где нам нужно будет подкопаться. Но здесь страшно, в этом ничего нет. В любом случае штакетник наш будет опускаться намного ниже. Вот, соответственно, у нас он будет ниже уровня, там выше. Даже если кто-то попытается подкопаться, но это очень глубоко нужно закапываться. Вот, поэтому все нормально. В общем, все, вот так я прошелся, наметил, все хорошо. Кажется, у нас они здесь и живут, медведки, а? Падли. Ну а что нет, навозных куч вон полно. Такетина получилась у нас 1,90 м, 1,80 м у нас под ноль вот сюда. И сверху выпуск еще делаю 10 сантиметров, не больше. Больше не вижу смысла. Сезонный вопрос насчет выпуска профиля. Вот, то, что он выходит сюда, а не вот с этой стороны, что легко может кто-нибудь с той стороны по профилю взять через забор и перепрыгнуть. Ну, здесь я на самом деле соглашусь с тем, что если кто хочет, он и так залезет, его абсолютно ничего не остановит. То же самое, да, что вот в доме сейчас многие ставят двери либо полностью прозрачные, да, стеклянные, чтобы было очень много света в коридоре. Получается так, что у многих в коридоре нет окон, да, и дополнительно с улицы через дверь проходит свет. И все говорят, ну как же, легко разбить и залезть в дом.
Вот. И резонно, если бы даже стояла там какая-нибудь супер дверь, кто бы хотел бы, он и так бы туда проник, скрыл бы эту дверь там или окно. Это на самом деле не останавливает. В дальнейшем по периметру у нас будет видеонаблюдение со всех четырех точек, датчики движения. Соответственно, что-то зафиксировали, оповещение приходит сразу на наши мобильные устройства, сразу ведется короткая видеозапись, мы можем посмотреть, ага, если что-то не в порядке, буквально здесь считанные минуты, и мы уже здесь. Ну и опять же, ребят, кто захочет сюда лезть? Вон, ну, прежде чем сюда лезть, подумайте 20 раз. Так, в общем, пробили. Здесь у нас немножечко по-другому. Хотя как по-другому? Нет, высота у нас такая же будет. Также будет высота у нас метр. А, здесь больше. Здесь на 10 сантиметров у нас до треть забора будет выше наш штакетник. Я имею в виду по опуску. Потому что высота здесь очень провал у нас. Поэтому штакетник здесь пониже опустим. А там на 10 сантиметров повыше пойдут. Здесь 2 метра получится, а там также по 1,90 м. Наши яблоньки мы полили. Да, осенью, наверное, поедем и возьмем уже там трехгодовалые такие, чтобы уже плодоносили. Спасибо громадное, подсказали. Опять забыл. А сейчас я в телефон записал. В магните сорт этих яблок я посмотрел. Да, это они шикарные, ребята. Вот я вам советую, просто посмотрите. Либо сейчас зайдите в магнит, может они у вас тоже продаются. Яблоки называются, сейчас я записал, Red Chief. Сорт называется. Шикарный, обалденный, сладкий, хрустящий, сочный. Ну, вообще кайф. Кайф не яблоки. Мы подсели на них, просто нереально. И они хранятся. Классно прям хранятся. Они такие тверденькие. Вот еще Red Chief называется сорт. Зайдите, посмотрите. Я прям буду брать. Найду его, я вам скажу, немало возьму. Прям посажу штуки две. Нет, ну деревьев саженцев 5, наверное, мы посадим. Потому что нужно сажать то, что вот вам нужно. И лучше разобраться, посмотреть, найти тот сорт, посадить. Также мы все сделали, пробили. Вуаля, красота. Ну, здесь что меня порадовало, ребята, в этой всей горке, вот, здесь закопан шифер. Тут даже если кто-то начнет копаться, шифер, металл, вот. И тут, короче, не вариант, ему будет снизу прокопаться. Так, и между штакетинами, я думаю, расстояние минимальное мы будем оставлять. Это 2 сантиметра, как ячейка. Я думаю, туда и цыпленочек не проскочит. Вот наша птица. Это будет, наверное, самое такое оптимальное расстояние. И продувать будет, и вид будет, мне кажется, самое то. Вот. Слива отходит. Персик у нас тоже отходит. Либо это черешня, я не помню. Ну, вот тоже почки начинают. Вот там начал отходить, и тот. Ну, тот... Фу. Вот, отойдут потихонечку. Ну, я же говорю, будем уже брать такие взрослые. Хмеля очень много, корни нереальные. Вот, и опять я забыл торнадо привезти. Туда еду, там что-то забываю сюда привезти. Муравьев здесь хана, просто хана. Я же заказал препараты. Пошел за клещей. Да, клещей здесь немало, вот я вам скажу. И заказал препарат на всю эту площадь. На сезон вроде хватает, хорошие отзывы. На Валбересе нашел. 2 бутыля заказал, и нужно будет все обработать. Там не только от клещей, от многих вредителей, там и муравьи, по-моему, и прочее, прочее. В общем, обработаем, плюс торнадо обработаем, хмель. И я думаю, уже более-менее здесь уже будет у нас культурно. Вот, виноград остался. Осталось нам шпалерку забабахать, виноград подвязать, потому что прет уже. Во всю поросль пошла, караул. Может быть, какую живность уже заведем. Барашка. На сезон пустим, он тут все выкосит. Да, вместе с виноградом и прочим, и прочим. Вы мне прям рады, молодцы. Вот я вас перехвалить не хочу. Скоро их везти, стерилизовать. И черныша, и белку. Вот обязательно мы будем. Так, что у белки с глазиком? Ребята, у нее была травма, я еще раз говорю. Возили, у нее рубец остался. Это не лечится. Про удаление врач сказал, удалять не нужно, если собачку это не беспокоит. Соответственно, мы капаем капли, мазь. Ну вот еще раз повезем и как раз спросим на стерилизацию. Потому что туда-сюда
белка начнет гулять. И заодно все спросим, узнаем, возможно, там прививку что-то. Вообще от бешенства, наверное, нужно будет сделать. Договорюсь. И, кстати, за стерилизацию что-то там кто-то пишет какие-то сумасшедшие деньги, 5 тысяч, 10 тысяч. Не знаю, ну и также люди отвечают, что и 1000 рублей стоит стерилизация, смотря где. Я же, может быть, цены подняли. Я как узнаю, вам напишу и скажу, сколько возьму стерилизацию и за кошек, и за собак. Ну, кошек нам не надо, у нас там малыш еще маленький. А вот за собачек я узнаю и вам по цене скажу. Все, собираемся вперед, вперед, погнали. Ребят, как хорошо, что комнату взяли под себя. Не Тёмина здесь комната, да, спальня, потому что здесь невозможно было бы ребенку находиться, сидеть здесь, караул. И когда вы говорите, что не делайте большую террасу, террасу нужно делать до забора, от забора еще 3 метра, через дорогу к соседям, вот, чтобы вообще солнечные лучи сюда не попадали. Но мы это летом ощущаем, это просто нереально, ребята. Шторы невозможно открыть, сторона нагревается, и здесь чем больше будет терраса, тем лучше. Абсолютно здесь не будет темно, абсолютно, ребят. Поверьте, с такими громадными большими панорамными окнами у нас ни одно окно, даже с учетом террасы, ну не будет здесь темно. У нас, посчитал я забор, сейчас составляю заявку, нужно отправлять, больше 100 метров у нас получается, с учетом на хуторе того периметра, да, с двух сторон, и здесь дома нам немного доделать нужно будет. Когда ролики не выходят, вы уже все, на почту писать, на телефоны звонить, Федор, Федор, аудио, вы где, у вас все нормально? Все хорошо, мне классно, круто, ребят, мои дорогие. Ну извиняйте, ребят, ну честно, у нас нету времени, не говорю на вот то личное общение, которое многие из вас, к примеру, хотят, да? У нас просто вот времени как нету, просто вот лично поехать с родными, близкими пообщаться, когда бывает этого, реально не хватает. Вот, поэтому я буду более душевнее разговаривать в нашем видосике, чтобы, знаете, вот прям чувствовали вы меня, я вас, да? Ты же меня чувствуешь, да? Ты знаешь, да, о ком? Да, сегодня, да, как всегда, я разговаривал только с тобой, мои дорогие. Не знаю, что вам пожелать. Тысячи уже были пожеланий, сотни тысяч, наверное. Пускай будут миллионы. Самое главное, что хотя бы пускай капелька того, что я желал вам всегда, всем, всем, мои дорогие, всем. Нет плохих людей. Есть временные, знаете, нехорошие такие времена, которые просто нужно пережить, переждать. Я думаю, все наладится. Я уверен, все наладится, все будет хорошо. Кому-то очень тяжело, кому-то очень трудно. Кто-то потерял все в один миг, в один час, в одну секунду. Я видел людей, я знаю, что это такое. Но я стараюсь, как могу вас поддержать, мои дорогие. Именно зарядом, именно мотивацией, именно хорошим настроением. Я хочу, чтобы все у вас было хорошо. Самое главное, конечно же, крепкого здоровья, мои дорогие. Кому не здоровится, поскорейшего выздоровления. Мира нам всем. Мира, спокойствия, дружбы. Я хочу, чтобы вновь накрывались громадные большие столы. Чтобы мы вновь входили друг к другу, ездили в гости. Чтобы все было хорошо, ребята. От всей души, от чистого сердца это желаю. Всем нам, мои дорогие. И все у вас будет хорошо. Друзья, мы надолго не прощаемся. Скоро с вами обязательно увидимся. Всем счастливо, всем пока и берегите себя. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. Guess I'll be dancing on my own tonight. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone, I let you pass by. I know I've said so many things that hurtful. I was wrong, the words I spoke. I've been saying many things that are hurtful.